небольшое видео запишу панели. Несколько режимов. А вот, да, я говорю, когда, видимо, его включить можно только при остановке, да, оффроуд. Да. Может быть, даже либо на скорости приподнимается. Приподнимается обязательно. Да? Ну, 4 или 5 положений, например, подвески. Обязательно. Она, наверное, до скорости 30 км в час можно включить оффроуд. Zeekr AD. AD это автопарк систем. Ага, прицеп. Ну, вот как раз то, что вы спрашивали про помощник движения в полосе. Распознавание дорожных знаков, автопарковка. Управление зеркалами, зарядка, сиденье, свет. Так, а где-то было интересно с... А, климат, это вот сюда, да? Нажать. Климат, да. Покажет. И теперь вот в центр, да. Это вот вы выберете, нет. Ага. Очень красочно, конечно, шикарно смотрится. Ну вот это да, немного мешает. Хочется убрать от лица, а не как. Ну да, да, только за ним. Только куда-то, например, если в стекло направить. Ну, либо так, либо можно в ручном режиме. Это заднее, переднее. Вот, в ручном режиме вот взять его как бы и вот. На поток. Ух ты, воздуха. Даже так можно, да? Ну да. Отодвинуть туда, например. Этим можно. Да, вот так вот. То есть, например, если тебя еще посадил назад в уголочек, можно все на... туда так вот сюда, на нее. Да. Понятно.